Приветствуем. Ну что ж. Сейчас придут... Ну, не холода, точнее, настанет потепление на следующий день. Надо будет срочно выключать все эти обогревалки. Так угля пока не хватает. И перенаправить автоматоны, которые мы построим, на лесопилку. Кстати, лесопилку надо еще одну завести. Угля здесь поставим. Так как лес нам очень нужен. Уголь пока что улетает вдаль. Сейчас будет еще быстрее улетать. Как так-то? Нормально же все. Почему показывает, что замерзает? Раз ковчег греется, кстати. Сильно греется. Сильно греется. Два ковчега, три ковчега. Все ковчеги в норме. Что случилось? Почему... А, он начинает отогреваться. Хорошо. Стоп, почему? Ладно, снижаем мощность. Я понимаю, что недовольство сейчас... Ну? Снежная долина. Заметные детали ландшафта для экспедиции. Так, обнаружены места аванпост рабочих, база снабжения. Блеск. Рабочие, база снабжения. Ну, пойдем поговорим с рабочими. Не то, что я хотел найти, конечно. О, строится потихоньку. Вот еще одно местечко для автоматона. Но сейчас автоматону придется сюда посылать. Кстати, кстати. У нас... Сколько тут еще места? Не так уж много, конечно, но... Достаточно. Гидва дотягивает свет. Да ё-моё. Показано, что, если я правильно понимаю, вот как оно подсвечивается, вот это вот достигнет все. Ну, чуть-чуть ресурсов, да, придется пожертвовать. Автоматон, ты отсюда? А, нет. Ты продолжаешь здесь. Дай, да вы... А, выделил сюда. Так, хорошо, он никуда не уходит. Что удастся сделать сегодня. Сегодня вам удастся, как я надеюсь, собрать автоматона еще одного. О, теплеет. Хорошо. Можно отключить, наверное, вот эту штуковину. Мы это не будем тут, люди. Проверяем. Да, приемлемо в таком диапазоне. Но тут они работают сами все, чтобы заряжались автоматоны же. А, исследование идет. Так, интегрировали автоматонов. Модернизация. В принципе, в теории можно. Протезы пока меня не интересуют. Так, нам сегодня потребуется отопление. Эффективность только дальше. Улучшить обогреватель можно. Модернизация. В принципе. Ну, парочку автоматонов может создадим таким образом. Ну, ладно, попробуем, так и быть. Так, убежь заметить это. Пустой беж заметный не так ландшафта. Ничего не обнаружили, но есть заснеженный холм и покинутая лесопилка. Ну хорошо, до холма пошли. Он начался рабочий день. Ну, хорошо, начали производить.
Силуэт вдалеке. Сэр, вдали мы заметим маленькую черную точку на фоне белых пустошей. Она медленно приближается к нам. Возможно, это выживший. Ну да, как обычно. Если гора не идет к Магомету. Чего? Он замерзает, что ли? Ну-ка, ускорить. Да не, вроде греется. Ну. Хорошо. О, а быстро не производят протезы хотя бы. Сейчас протез произведут. Так, ага. То есть автоматон тратит ресурсы в момент выпуска своего. Хм. Это не очень удобно для подсчета. Ну, у нас есть свободный автоматон, и он пойдет на добычу угля. Да что ж ты будешь делать? Энергия уже снижена. Можно, конечно, еще немножко. Просто, чтобы подэкономить. Так, модернизация автоматонов изучена. Протезы нам не в таком качестве нужно, чтобы этим заморачиваться. Нужно ли правоугольную шахту изучать? Вопрос, конечно, интересный. Лесопилка, да, скорее всего, лучше ее улучшить. Только... Дома, кстати, нам нужно изучить до похолоданий. Термоизоляция теплиц может и пригодится. А, кстати, как близко у нас следующий холода? Не скоро, значит, можно немножко отвлечься от отопления и прочего. Хотя эффект обогревателя лучше, наверное, изучить сейчас. Чтобы они в дальнейшем меньше угля нам тратили. Аванпост рабочих. Этот сельский аванпост был заброшен очень давно. Он старый, но внутри еще могло остаться полезное оборудование. Ушедшие домой. Здесь трудились первопроходцы. Такие отряды партурили путь тем, кто осмелился отправиться на север. Похоже, люди покидали это место в спешке, вероятно, чтобы вернуться к семье до того, как начнется великий холод. Надеемся, им это удалось. Тысячи разведчиков вроде них погибли от холода и голода в попытках настроить генераторы. Сколько ядер. Давай до базы снабжения уже доберемся. Мы прям можем пировать. Так, ну как там с добычами? Добыча выше расхода. Это радует. К слову, сталь у нас не добывается, да? Да, не добывается. Попытаться, что ли, еще одного автоматона рискнуть создать. Заснеженный холм. Так, еще заметная деталь. Ничего интересного, укрепленное убежище, брошенное оборудование. 11 часов, 12 часов, 15 часов. Ну, брошенное оборудование. Стоп, что? Фу, ты моя. Какую толпу нарисовали, а идет один рабочий. Куда мне его тут девать? А? Палатка? Я думаю, я уже все улучшил. Сверхурочная работа. Недовольны. Блин, не успеет ведь. Ладно, ничего страшного. Этот нам уже не столь принципиален, хотя... Да, вот разведчики, но они не скоро сталь нам принесут. Закончен, кому еще нет. 77. Так, здесь включаем. Здесь включаем. Вот это вот обозначаем под снос. А, то есть он от выключенного может подпитываться? Блин.
топ, когда я впустую здесь трачу энергию. Неожиданно, однако. То есть можно было просто поставить и не заморачиваться. Ух ты ж, как быстро. Так, база снабжения. Древесины, да. Ну тоже неплохо, хижина развалилась, но у меня все еще есть ценные предметы. Хижина нашли только несколько тяжелых сундуков с ценными припасами. Собрать. Домой. Ребята. Да е-мое. Бежим домой. Так, кто из них? Вот эти. Или нет? Вот эти. А, да, они с ядрами, с древесиной, с углем, с едой. Так, а эти нашли брошенное оборудование. Лед под трейлером, привозящим снаряжение, треснул. Транспорт оставил здесь сталь и правый яд. Обломки машины. Это снаряжение, вероятно, принадлежало геологам и исследователям, которые были здесь до нас. Мы разобрали металлические обломки машин, покореженных глыбами льда. Починить ничего не удастся. Но тут можно раздобыть ценные ресурсы. Ну, нас прям балуют. И это очень подозрительно, если честно. Укрепленное убежище. Покрыт толстым слоем льда. Так, наверное, после этого все-таки надо будет вернуть их домой. Потому что, хотя ядра, конечно, есть. Ну и сталь. Сталь тоже нам нужна. Древесины вроде как хватает. Пока что. Как у меня так постоянно получается? Хотя в основном, конечно, сталь тратится на автоматонов самих же. А, еда и голод, ничего интересного. К нам приближаются подозрительные личности. Точнее, одна подозрительная личность. Как они могут голодать при наличии еды? Ой, вот только давай не надо. Опять 25. Крик о помощи. Нью Манчестер. Сэр, в наш город только что пришел изнеможденный и страдающий от сильного обморожения человек. Он поведал нам жуткую историю. Мужчина пришел из города неподалеку, Нью Манчестера. Там живут в основном рабочие с семьями. Их запасы на исходе и дела плохи. Опасаясь надвигающейся бури, они отправили отряд разведчиков за помощью, и выжил лишь этот мужчина. Он умоляет помочь жителям его города. Нужно узнать больше. И что мы узнаем? А, понятно. Лагерь экспедиции. Или... Да, это там обнаружено. Ну-ка. Так, стоп. Что там случилось? Спасение посланника. Капитан, человек из Нью-Манчестера в очень тяжелом состоянии. Если ему не помочь прямо сейчас, он умрет. Возможно, даже голос с ним. Единственный шанс узнать побольше об этом городе. Здесь мы сможем его спасти. Так, стоп. Ну и... Это вот он? Да, это рабочий, он идет в дом опеки. Угу. Одинок в этом мире. Ничего не понял. Мне предлагают такие исследовать лазарет, что ли? Ну, можно, конечно, наверное. Сколько там? Да, до похолодания еще есть возможность. Хотя я сомневаюсь, что это разумно. Так, да, кстати, я же хотел посмотреть, что там с Нью Манчестером, где он тут. Что? Ему вот не заметили его? А, это лагерь экспедиции, это не сам город. Ну, прекрасно, у нас разведчик от него возвращается. Потом вот это, наверное, будет возвращаться. Ну, если кто-то, конечно, не откроется, еще что-нибудь. С другой стороны, блин. Лесопилка. Если здесь действительно ничего больше нету. А если есть? С другой стороны, что у него? А, ядра, блин. Ядра хотел бы быстрее доставить домой. Ладно, посмотрим, что там будет. А там что разберемся. Ну, я так понимаю, нам рекомендуют изучить лазаря. До города добрались выжившие. До вашего города дошла группа выживших и неистощены. Им нужен отдых, еда и, возможно, лечебный ход. Сами они при этом готовы помочь нам всем, чем смогут. Да-да-да. Надеюсь, они не будут так постоянно приходить.
меньше угля от обогревателя, это плюс. И лазарет так лазарет. Мы его, наверное, вот здесь вот поставим. Рядом с вот этим вот обогревателем. Хорошо. Так, закрыть. Закрыть. Успеют изучить или не успеют? Что опять? Помочь, но какой ценой? Так, сэр, некоторые из наших людей не находят себе места. Они говорят, что буря слишком близко, и мы не сможем выполнить свою миссию и помочь Манчестеру одновременно. Они понимают, что это трудное решение, но хотят знать, что для вас будет на первом месте, когда придется выбирать. А что? Ну-ка. Недовольство вырастет, надежда уменьшится. Фу. Конечно, недовольство вырастет. Ну, в смысле, пусть недовольство растет. Мы не можем бросить людей в беде. Скромненько так подросло. Видать, люди сами понимают, что нехорошо бросать своих. Ну, или точнее, они тоже хотят помочь, но... Ситуация такая, что они и понимают, что это может быть чревато нам же. Что? Запрещено? Что это такое? А, это, наверное, имеется в виду, он тяжело больной. И он не может работать. Это вот этот, который. Кстати, инженер, вернись в строй. Ну, ты понимаешь. Ему протез тут сделали. Он еще что-то не хочет. Быстрее изучаем этот несчастный лазарет. Новый автоматон. Готов еще один автоматон. Ну, пока что дерево есть. Пусть добывает сталь. Так, что у нас тут? Эй, почему-то я думал, что... А как-то я... А, вот как. Автоматон, 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 автоматон. Автоматон. Едим автономно. Еще один автоматончик сюда и сюда. То есть два автоматона нам нужно. Хотя стоп. Раз, два, три, четыре. Блин, пока что больше одного не можем позволить. Тут, конечно, до нас донесут ядра. Надеюсь. Но пока что не стоит забывать, что на эти еще четыре ядра уйдут. Ага, плюс одно на лазарет. То есть сейчас мы не можем даже автоматон себе позволить. Хотя нет, можем. Можем, можем, можем. Ладно. Ай-яй-яй. Забыл. Вот эти же возвращаются в город, да? Мы эти тут разведывать. Просто уже хотел отправить разведчиков. Отлично. Лазарет готов. Смотрим. Оцениваем. В принципе... Может, здесь он где-то? По сути, ты вместить его некуда. Здесь все занято. Здесь тоже занято. Здесь можно было бы... Но учитывая, что мы не собираемся расширяться, пусть он стоит где-нибудь все-таки здесь. Рядом с ковчегами. Чтобы люди, находясь на лечении, осознавали, с какой целью они здесь находятся. Кстати, много тут дерева, не так уж много. Возможно, даже не понадобится нам лишний автоматон на вторую лесопилку. Укрепленное убежище. Все хорошо. Так, это необычное убежище, остальной бункер. Он хорошо сохранился, так что, возможно, внутри мы сможем найти ресурсы. Новое пристанище. Хорошо укрепленный бункер. Те, для кого он строился, похоже, так и не добрались сюда. Внутри мы обнаружили очень ценные ресурсы. Этот бункер поможет, а точнее может послужить убежищем для разведчика во время исследования морозных земель. Ну, немножко еды, но главное, ядра есть. Угу. Сколько у нас сейчас будет? 24 часа. Идти сюда 18 часов. Да, быстрее сюда сходить. Да и в любом случае они бы раньше этих не вернулись, так что, значит, вот этим и придется искать. Тот город. Что случилось опять? Труд без конца, сэр. Люди вымотаны до предела. У некоторых продленная смена уже много дней подряд. Заслужили ли они отдых? Обычная смена на следующие 3 дня. Ну, ладно, допустим.
Допустим, допустим, допустим. Хорошо. У нас на сверхсменах только вот эти. Нет, ну ёбжда, я думал, я их отключил. Ну ёкал, ну и бабай. Почему мне не сообщают, что они автоматически отключатся? Я думаю, я должен их отключить, потом у меня начнется отсчет таймера. Ну как этих дураков назвать, а? И надежда упала. Ну конечно. А почему ей не упасть из-за того, что информация криво сообщается? Так, угля достаточно. Может действительно? Хотя, стоп, вот он здесь трудится, трудится. И древесины сейчас достаточно. Я так понимаю, все, я уже провалил задание, да? Я могу включить или мне еще раз стрелять, что я не могу понять? В заданиях ничего не висит. Почему он не включается, не понимаю. Что за бред? Термоизоляция, кстати, как там теплица себя чувствует? Да. В принципе, хорошо. Хочу их термоизолировать сейчас. Механизация нас не интересует, она же просто уменьшает инженеров, а у нас там автоматон трудится. Вот дом может быть интересен. Ресурсы определенно интересны. Угля пока хватает. Ну да, в первую очередь сделаем акцент на уголь. Вымотаны, блин, люди. Сейчас опять будут вымотаны. Да, 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 недовольство возрастает. Очень что? Или я, конечно, может, невнимательный был, может, там предупредили, что все смены автоматически отключатся. А, кстати, что у меня по законам? Сортировка мне не нужна. Ладно, вроде больше ничего здесь не требуется. Успешно вернулась в город экспедиция. Вы можете запустить разведчиков на маяке и снова открыть морозные земли. Так, хорошо. Пауза. Медицинские учреждения. Нужен автоматон. Или рабочие. Так. Где у нас сейчас трудятся инженеры? Кухня, лазарет. Хотя медпункт, наверное, можно отключить, переназначить их сюда. Эффективность, конечно, будет не очень высокой, кстати. Там тепло. Не очень. Лучше включить. Пациенты есть? Да, рабочий идет на лечение. Это он только что он сюда заполз? Да, около двух дней. Покорм его, пусть быстрее лечится, а то муж очень долго будет лечиться, я смотрю. Ну теперь, по крайней мере, я знаю, куда нам направить следующего автоматона. Так, ведь древесины хватает. Стали недостаточно. Кстати, насчет стали. Автоматон. Да что ж ты будешь делать? Я все время забываю про разведчиков. Идет в лагерь экспедиция. Следует. Лагерь сейчас ничего, кроме замерзшей лесопилки. Забираем древесину. И возвращаемся в город. Блеск. Ох. Ну прям вечер косяков. Дерева хватает, стали не так хватает. Но у нас уже по стали все здесь заделано. Зачем только стоял это лесопилки? Так, может можно что-то возвести? Можно, конечно, на склад потратиться, нам потребуется, но в любом случае. Сюда, допустим, поставить и не заморачиваться.
просто символически вот здесь где-нибудь. Не граничит с улицей. Не вмещается. Ну, по идее-то, хотя с другой стороны. А почему нет? Вот здесь вот, допустим, здесь. Нет, здесь не надо. Так, у нас же деревесина. Дерево только здесь добывается. 106. А, все правильно, сейчас склад поставим. Назначим его под дерево, наверное. Хотя, стоп. Да, для угля же тоже понадобится склад. Кажется, здесь вот все будет застроено складами. Кстати, ну-ка. Да, вполне себе можно поставить. Но... где тут? Ой, не то выбрал. Весь предстали. Ну, ускоримся. Это совсем не ясно. Паровая угольная шахта. 40 стали. 32 стали. Ну, одну пока улучшим. Вторая пусть добывает. Лесопилка, как ни странно, пока что хватает. Паровой добытчик, вопрос. Отопление. Эффективность генератора будет не лишней. Сколько он стоит? А, 75 стали. Сколько ей стоит автоматон на данном этапе? Ну, учитывая тот факт, что нам желательно все же как можно сильнее сосредоточиться на добыче угля на пороге похолодания, четвертый этап лишним не будет. Так, у нас есть свободный автоматон. А куда его направить? Что-то у меня отказывает фантазия. А, можно уже сюда его назначить. Да. Возвращаемся до инженера. Все хорошо. Там этот не скончался? Автоматон. Все? Вылечился? Почему? Я же назначил автоматона. Что происходит опять? Так, лагерь экспедиции. Лагерь в лагере старый, покрытый заплатками. Похоже, лагерь покинут. Павшие герои. Мы обнаружили тела остальных членов экспедиции из Нью-Манчестера. Их припасов было недостаточно для нынешних подгодных условий. То, что одному из них удалось достичь нашего города, невероятное везение. Нам нужен места сломанный транспорт. Взять ресурсы. Идем дальше. Стоп, что? То есть мы можем еще и не успеть им помочь? Блеск. Так, что нам нужно? Под дерево склад. Хотя зачем? Мы его так не тратим. Ладно, улучшай. Ё-моё, ну вот это, конечно, неожиданно получилось. Давай.
по мощности. Сейчас проверим. Не, все еще держит. Потихоньку спадает. Но это, скорее всего, из-за того, что у нас еще второй завод не нужен. Блин. Так, два ядра про запас. И значит, два автоматона мы можем собрать. Ну, если будет ресурс, конечно. А, так. Уже подзавершался. Ладно. Будем надеяться, что... Ох, столько промахов с моей стороны не скажется негативно. Но на этом пока что все.